Всем привет, ребята! Я хотел бы с вами поделиться не совсем хорошим, как сказать, приобретением. Вот я заходил в всем известную сеть у нас на Алтайском крае, и в Кемеровской области эта сеть известная, в Новосибирской области. Короче говоря, расползается. Одна из самых крупных сетей, возможно сказать, в Сибири. Вот такая сеть тихоокеанская, филе в маринаде. Ну, думаю, филе, ни костей тебе, ничего, надо взять. Цену, если что, не знаю. Я про другое. Вот открываю. И знаете, такой запашок. Тухлятины, короче говоря. Да. Теперь, для чего я снимаю это видео? Чтобы все смотрели, и вот такие вот филе, хиле, хочется сказать ХУ, Ю, НЮ, не берите, обманут. Понимаете, вся вот эта политика наших сетей, они малый бизнес выжили, а теперь творят, что хотят. В малом бизнесе, вот, например, киосочек, да, у меня дискуссия здесь была со своим подписчиком, который говорит, что правильно сделали, что все эти киоски убрали. Вопрос, конечно, спорный. Правильно, неправильно. Но маленький бизнес, он стоит, как сказать, сжиздится, в моем понимании, на том, что ты делаешь хорошо клиенту, клиент к тебе идет, и другие идут. То есть идет конкуренция. А сейчас все захватили сети. Глобализация, так сказать. А еще... В нашей действительности эта глобализация превращается, даже не могу подобрать слово. Ладно, не буду говорить, а то одни маты на ум приходят. Короче говоря, ГАМ и последняя буква О. Не берите, ребята, вот в этих баночках всякие филе, всякую фигню. Все, всем пока, вот такое небольшое видео.